В американском штате Висконсин в течение 2 дней произошли сразу 2 крупные железнодорожные аварии. В районе Уотертауна сошел с рельсов канадский тихоокеанский грузовой поезд с сырой нефтью. Несколько вагонов перевернулись и произошла утечка топлива. Эксперты оценили ущерб как минимальный. Чего не скажешь об аварии, которая случилась днем ранее с товарным поездом, перевозившим этанол. Инцидент произошел в нескольких километрах от города Альма. Более 30 вагонов разбросало по обе стороны от железнодорожного полотна, пролегавшего вдоль реки Миссисипи. 1000 литров с техническим спиртом вылились в воду. Власти эвакуировали около 300 местных жителей. Последствия аварии сейчас ликвидируют экстренные службы. По данным экспертов, понадобится как минимум 2 недели для того, чтобы вода в реке полностью очистилась.